Реальные по ходу сезона, и удивляться, наверное, им не стоит. Следующая пара, Британи Шуслер, 1.54.85 личный рекорд, в этом сезоне 1.57.65 имеет. Из Луиза Златковская 1.56.81 в карьере, это было в феврале 2011 года в Солт-Лейке, а вот в этом сезоне пока хорошего, высокого результата Луиза не имеет. 2.01.13 она пробежала только в Инселе, очень маленькая, миниатюрная, такая легкая, ну, по росту уступающая, конечно же, Мартине Забликовой, но производящая тоже такое впечатление не конькобежки, а, в общем, скорее представители другого вида спорта, но зато хорошая, очень аэродинамичная посадка. Пока, во всяком случае, у Луизы Златковской. Луиза бурно начала эту дистанцию. 26-28. Ну, Британи Шуслер опытный боец, и у нее большой опыт и олимпиады, и этапов Кубка мира, и чемпионатов мира. Но, опять же, она долгое время была в тени Синди Классен, и как-то, мне кажется, так свыклась с этой ролью. Сейчас Кристин Несбит, лидер безусловной канадской сборной, и снова Британи Шустер как бы на вторых-третьих ролях. Не получается у нее сделать какой-то качественный рывок, чтобы немножечко изменить восприятие самой себя в конькобежном мире. Фактически вровень, плотная борьба продолжается в этом забеге. За круг до финиша Златковская опережает Шустер, но опережает совсем немного. И Шустер уже сейчас бежит чуть-чуть быстрее. Правда, общая скорость у девушек невысокая. 29,7, 29,9. Ну, скажу, у Пештайн, например, на этой отрезке было 29,3 на круге. У Кати Шиховой 29,5. Так что вряд ли девушки смогут побить результаты Пештайн и Шиховой. Златковская выигрывает этот забег. Ну, вообще, прогресс польской сборной и мужской, и женской очевиден в последние годы. 55-63. Да, чуть-чуть проиграла Златковская Шихова и Пештайна. 1.56.62 у Шуслер. Ну и посмотрите, 31.4 последний круг. Это, конечно, из рук вон плохо. И, соответственно, это сразу отбрасывает. Вроде бы и неплохой график был у Британи, но в итоге она вот из 8 человек, которые уже провели свои забеги, оказывается только на 7-й позиции, опередила только лишь Ким Бо Рюм, и даже Аяки Кикучи проиграла на родном льду. Ну, хотя, в общем, результат свой трехнедельной давности в